Время пошло. Что не вопрос, то все более интересней, а времени от 30 секунд до 1 минуты на размышление. Тематика квиза его участников в ступор не вгоняет. Историю избирательного права мальчишки и девчонки из различных колледжей Уссурийска знают хорошо, а потому ответы дают быстро и попадают точно в цель. Данная игра, она посвящена выборам, которые состоятся уже совсем скоро, 15-17 марта. Поэтому мы, наше министерство профессионального образования, решила таким образом собрать команды, провести интеллектуальную игру. Тематика на знание права, избирательного права, также Приморье в лицах и мое родное Приморье. Организаторы игры решили юным интеллектуалам спуску не давать. На последнем раунде участников квиза пытались обескуражить коварными вопросами о неизвестных фактах жизни наших знаменитых земляков. Вспомнили легендарную Анну Щетинину, капитана тайги Владимира Арсеньева и даже музыканта Илью Лагутенко, и именитых приморских питомцев тоже не забыли. Какое имя получила кошка, ставшая символом хоккейного клуба «Адмирал»? А. Матроска. Б. Шайба. Потягаться интеллектом собрались студенты из разных колледжей нашего города. Захар Воробьев участвует в квизе не в первый раз. Парень занимается силовыми видами спорта, при этом чтит и гимнастику для ума, и знает толк в воле к победе. В планах мы хотим именно выигрывать больше таких мероприятий, но мы пока что получали только сертификаты участников. Поэтому мы очень надеемся, что у нас получится все. Чутье молодого человека не подвело. Его команда «Виктория» Уссурийского автомобильного технического колледжа полностью оправдала свое название и одержала победу. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс.